Товарищи, уважаемые друзья, уважаемые соратники, патриоты земли молдавской, сегодня также в эти часы, в эти секунды, одновременно с нами, в Сороках, в Кагуле, в Аргееве, в старейших городах нашей Родины точно так же реют стяги социальных маршей, флаги древней Молдовы, стандарты нашей партии. Сегодня от севера до юга тысячи людей вышли для того, чтобы объявить свой вердикт о полной моральной, политической профнепригодности этого режима. И сегодня мы им говорим: увольняйтесь по собственному желанию, уходите сами, не испытывайте наше терпение, не доводите нас до греха, потому что нету больше терпения. Два года они пытались нам доказать, что погромы — это хорошо. Они пытались нас убедить в том, что воровать выборы — это хорошо. Что измена родине, народу, языку, стране — это и есть европейская интеграция. Два года днем они лишали наш народ зарплат, пенсий, стипендий. Они закрывали школы и больницы. Они собираются закрыть треть наших примарий, вернуться к системе уездов. А ночью они отдают наши города и села, наших граждан во власть бандитов, маньяков, преступников, вырезающих наших граждан по темным углам и закоулкам. Скажите, почему они решили, что они все это могут делать с нами? Они имеют на это право? Два года хватило для того, чтобы понять, что этот людоедский режим одинаково опасен для всех без исключения. И для тех, кто голосовал за либералов, и для тех, кто голосует за коммунистов. Он опасен для тех, кто считает себя румынами, и тех, кто считает себя молдаванами. Поэтому наступило время сплотиться, объединиться нам всем. Всем, кто готов к созиданию. Всем, кто готов быть действительно гражданином Республики Молдова и произносить это имя с чувством гордости и достоинства. Долой узурпаторов! Слава Молдове! Сегодня были Сороки, Аргеев, Кагул. Следующая остановка — Кишинев! Молдова!